Сергей Ковалев не считает Артура Бетербиева лучшим боксером дивизиона, даже при условии, что Бетербиев владеет двумя титулами WBC и IBF. Если Канело хочет творить историю, с кем ему еще драться в полутяжелом весе? Я лучший в этом дивизионе. Я бы не сказал, что Бетербиев лучше. Да, у него два титула, но помните, что один из них, IBF мой, этот титул был вакантным, и он разыграл его с парнем, который был никем. Я не помню его имени. Наставник Сергея Ковалева Бадди Магирт обещает, что его подопечный во время боя с Канело будет беспокоить не только голову оппонента. По словам тренера, Крашер намерен наносить удары по всем участкам тела, по которым только разрешает бить правила. Мы не будем целиться в голову Канело. Мы собираемся пробивать везде, не считая ног Канело. Мы надерем Канело задницу. Ковалев не будет охотиться за головой. Мы знаем, что Сауль скользкий боксер, но он не может двигаться постоянно. Мы намерены на протяжении 5 или 6 раундов пробивать по корпусу. Главное отвечать на работу Канело противоположными действиями. Мы будем держать его на дистанции. Если Сауль захочет побоксировать, мы заставим его включить ноги. Если Канело пойдет вперед, мы устроим ему карусель. Разница в росте не играет никакой роли. Например, если бы Джошуа мог справиться с ударами Руиса, то до сих пор был бы чемпионом мира. Также британский панчер Энтони Ярд ответил на вопрос об исходе поединка Ковалев-Канело. Каждый говорит, просто нужно бить Ковалева в корпус, но это не так-то легко. Я не могу на 100% уверенно сказать, кто из них победит. Это интересный поединок. Единственная причина, почему я ставлю на Канело, так это то, что он сбалансированный боец, который показал, что может действовать в разной манере. У него отличное движение головой, ему нужно быть самим собой. Чемпион в легком весе и двукратный олимпийский чемпион Василий Ломаченко станет почетным послом Олимпиады 2020, которая пройдет в Токио. Боксер будет одним из членов рабочей группы Международного олимпийского комитета, где будут заниматься организацией квалификации и самого боксерского турнира на играх. Послов избирали путем голосования в национальных олимпийских комитетах и федерациях. Также фильм Сергея Долбилова «Попаченко» о тренере Анатолии Ломаченко представили на Миланском фестивале спортивного кино. Биографическую киноленту Сергея Долбилова высоко оценили жюри, так и зрители. Также фильм отметили почетным призом. Мексиканец Сауль Альварес не сомневается в том, что одержит уверенную победу над Геннадием Головкиным в их потенциальном третьем поединке. Смотря бой Головкина с Деревяченко, я еще больше потерял интерес. Я уже отбоксировал с ним 24 раунда, 2 боя. Я победил его. Я верю, что я лучше, чем он. Головкин больше не представляет для меня вызова. Если они предложат мне хорошую денежную сумму, то мы можем провести третий бой. И как только мы окажемся в ринге, я прикончу его и завершу его карьеру. Представитель платформы DAZN Джон Марковский поделился мнением о потенциальной трилогии Геннадия Головкина и Сауля Альвареса. Мое мнение, да и мнение большинства фанатов, в частности в США, что Головкин выиграл один из боев у Канело, и это бесспорно. Поэтому болельщики считают, что он заслужил еще одного поединка. Но они понимают, что должно пройти пара боев. К тому же, принимая во внимание подъем Канело в весе, да, Головкину пришлось нелегко против Деревяченко. Люди думают, что с таким выступлением ему будет сложнее заполучить третий бой с Канело. Но я думаю, что ключевым моментом по-прежнему остается то, что фанаты верят, что Головкин заслуживает еще одного шанса с Канело. Так что я не вижу, что может помешать устроить этот бой в следующем году. Представители чемпиона WBC WBO в первом полусреднем весе Хосе Рамиреса и обязательного претендента Виктора Постола ранее запланировали промоутерские торги. Однако, по информации ESPN, торги не состоялись вовсе, так как стороны смогли договориться без них. Теперь ожидается, что поединок пройдет 1 февраля в США в рамках шоу Top Rank и трансляция пройдет на ESPN. Казахстанский боксер первого среднего веса Батыр Джукембаев свой следующий бой проведет в декабре в Монреале. Об этом сообщили источники, близкие к ситуации. Тренировочный лагерь 28-летнего казахстанца стартует в начале ноября в Москве. А на этом у меня все. Спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на канал и будьте в курсе всех новостей бокса и ММА. Всем удачного дня и увидимся в следующих выпусках.